Создать совместный исторический проект об истоках происхождения и становления тюркских народов предложил Алихан Смаилов, главе Республики Саха. По его мнению, имиджевый проект привлечет внимание к развитию культуры, языка и сохранению наследства кочевых народов Евразии. Но основной акцент все же будет сделан на торговле, на торговом развитии. К тому же задел весьма впечатляющий. Товарооборот по итогам прошлого года между Казахстаном и Сахой составил 80 миллионов долларов. Это в десятки раз выше показателей предыдущего года. Со своей стороны Айсен Николаев обозначил высокие перспективы сотрудничества в области цифровых технологий и инвестиций.